Ну что ж, друзья, ТАФ возвращается в студию Киберарена ТВ. У нас, финал Асуса. Вот-вот начнется. Немцы Альтернейт, обыгравшие Virtus.pro со счетом 2-1. И Израиль, Дания, обыгравшие датскую команду Анексис, также 2-1 по картам. Нам вот сделали рестарт. Первая карта, как ожидается, будет Инферно. Никак не могу вот запланировать сейчас события в Стиме, немного глючит Steam, ребутнули компьютер, Клаву починил, но в общем сейчас на самом-то деле должно быть все очень интересно, осталось мне тут приоритеты сейчас раздать на различные процессы на компе, но это маленькие тонкости, и Юра Страйк уже вернулся. Юра, как там футбол? Футбол пока такое себе, ну Испания, Италия, там не может быть такого себе, но вот только что был отличный момент у итальянцев для того, чтобы забить. Ну и у испанцев было до этого. Но Касильяс, конечно, засейвил. Там жестко. Порабощает? Касильяс вообще. The best of the best. Ну, конечно, еще Петя Чех есть. Который 4 получил от сборной России. Да. Такие надежды у нас были на Чеха. Но он не собрался. Ты делал ставки, я смотрю? Нет. Есть у нас общий друг, который делает ставки. Так, у нас рестарт, походу поменяли сервер, потому что игроки не возвращаются. Так, а что, есть уже мапул? Сейчас посмотрим. По идее, HLTV.org должно давать нам эту инфу. Да пока что тут Baby Announced написано. Вон, Inferno, Tuscan и The Forge. Вау, вот это подбор карт. Просто фантастика. Решили они позабавиться. Я не верю, что будет третья карта. Я тоже не верил, когда играли Атаксы с ELTZ. Но третья карта была. И, кстати, третья карта была The Forge. Кстати, у нас уже впятером на сервере ребята. И вот смотри, рестарты у нас пошли. Да, они уже давно были в десятером. Знаешь, там началось рестарт, а потом определили, что не та карта первая. Не Dedust 2, Inferno именно. Вообще Dedust 2 и нету в пуле у нас. Inferno, Tuscan, Forge. Ты сегодня уже, кстати, один Forge смотрел. Как там защита на Forge? Кстати, защита была, ну, у атаксов достаточно-таки уверенная. Но что-то сбалансировали, по-моему, на этой карте. Поменяли, потому что меня даже не пускало на карту. Моя карта отличалась чем-то от той, которая была на сервере. И с этим у нас тоже возникли проблемы. Но потом мы это пофиксили. Я думаю, что в карте, наверное, что-то меняли. Потому что атака, вот помнишь, раньше было как? Просто аркада Б. 3-2. Там трое или двое бежали по подвалу, и остальные выходили просто в основную. Таф, у нас пистолетный раунд, по-моему, идет. Да, да, идет. Я просто хотел связь с нашим ньюсмейкером, потому что я смотрю, у нас репортаж там очень сильно заполнен. Там до сих пор у них вторая карта. Смотри, Трейс делает минус бегла. Убивает Романа. Будут заходить на Б. Тикса делает минус. По идее, это Тикса. Я потому что вот еще до конца не разобрался. Тикса и Мануэльс. Вот это кто-то из них Апрокс, но вроде бы на Апрокса больше похож Мануэль. Потому что больше времени он проводит с ВП в руках. Пока что у нас, по-моему, в первом раунде датчане все-таки возьмут его. Там Трабли последний, его добивает Гзипикс. И счет 1-0 за командой Израиль. Они атакуют. Пытаюсь сделать, кстати, вот все-таки в Стиме анонс, но что-то он у меня в последнее время как-то глючит. Мне тоже, кстати, выдает такую ошибку постоянно. Я вот тут уже пытаюсь запланировать события. Пытаюсь уже просто вот... Эх... Что-то с интернетом не так. Так, о, наконец-то запланировать события. Поднадавим сюда людей. Asus, финал. Израиль, ВС, АЛТ. Так, важная встреча. Ну, подождите одну секунду, друзья. Тут просто последние важнейшие анонсы сделаю, которые до этого не получилось сделать. О, пошло. Ну что ж, смотрим за продолжением. Сейчас Alternate будет, я думаю, 2 эко-раунда. Я не думаю, что они тут будут рисковать и что-то выдумывать. Ну да, пока нет смысла им горячиться. То есть, если бы это была вторая половина, то, может быть, еще так бы и сделали. Но смотри, есть засада у нас на пленте, и именно туда будет направляться атака команды Израиль. Вот сейчас очень интересно, как выйдет здесь Кекса. И тут спиной один, второго не заберет. Забирает Мануэл. Дальше колонн доработал. Ну и колонн просто доработал до конца.
Минус 3 от колонна. Все-таки плотно раздает пока что этот. Но засада удалась, в принципе, парень. Сделали эти минуса. Их было двое. Да, ну и мы пока что видим, что, ребят, Virtus.pro жаль, что нет в эфире. Вот у меня, знаешь, какого-то вот нет настроения даже. Вот когда наших нету, давненько такого не было. Ну, были там определенные чемпионаты, но там был супер хай-левел. Ну, я бы не сказал, что это там не какие-то голимые команды. Израиль и Эльтрей — это очень плотные коллективы. Ну, такие. Ну, они сейчас развиваются очень сильно. Знаешь, среднички, там, плотные среднички. Альтернейт, это считаете, что Mousesports там... Практически Mousesports. Прошлый состав. А, кстати, у Маузов есть состав? Нет, нет, он же там был распущен. И... Там, конечно, печаль. И снова идут на 5. Кексы, тут снова засада на точке А, повторяет же такое. Только по-другому, теперь Тикс стоит там на 6, а вот... Смотри, опять. Кексо. Туркиш, библиотеку прожали, там колонн уже должен решать, да, минус Мануэли и минус Роман, в общем, да, без шансов пока что. Хотя нет, 3 у Трейса, 10 у Туркиша, прыгает Хилл ТВ. Капи убивает двоих, убивает колонна и Ксайбекса, и остается, смотри, а вот теперь вот для Трейса все складывается очень печально. Но у него есть бомба, и он будет ставить ее на Б-пунте. К сожалению, мы вот, друзья, не увидели то, что сейчас произошло. Прыгнуло Хилл ТВ, такое часто бывает из-за буфера там скачки, ну и вот... Мы имеем очень интересную ситуацию. И буфер, знаешь, такой очень подсоватый. Он перекладывает самые такие зрелищные моменты. Вот почему-то, я не знаю, как так получается. Не перематывает он там, когда на РСП стоят. А вот провагивает тогда, когда вот это действительно важно. Так, диффуз был, дотронулся туда, дабл амбитрейс. Пока что особо не дергается. Хэдшот и ушел, его не прошили. Повезло, так как с тремя хилсами. И снова там будет, наверное, трабль и дернул. Но уже поздно, все, зачем, почему он не диффузил? Он думал, что на него сразу выйдет игрок. Нет, диффузов, наверное, попытается просто он убить, да, убивает он Трейса и... Ну вот так вот, сделали минус 5, но, к сожалению, ну Трейс играл великолепно просто. Ну, на самом деле, может быть, вот плохо сыграли в ситуации 2 в 1 игроки команды Alternate, но... Короче, 3-0, и тут нечего говорить. Я, честно, я поставил на Израиль, только что с Вилатом, который смотрит футбол в зале арены, поспорил на баночку пива. Будешь болеть за них? На команду Израиль. Я сделал ставку. Он сказал, что нет, Альтернейт сейчас раздадут. Небольшой такой, чисто по фан спор. Надеюсь, пиво прибавится. Ну и, друзья, финал Асуса у нас продолжается. Колонна хорошо с Аркадионом работает на банане. Ксипикса поймал трабли, но, в общем-то, Б сейчас займется, по-моему. Полностью всей командой Израиль. Да, заходят на пустую точку, будут останавливать бомбу, но и теперь Альтернейтом придется выбивать. Траблю нам показывает отличную флешку, как надо заходить. Нет, там уже кто-то зашел. Мануэль, Трабли. Капи остается один, это 4. Это 4 для Израиля. Пока что они за атаку рвут Альтернейтов, но мы помним, что у них тут были уже разные результаты и... Пока не возьмут 16, трудно сказать, кто победит. Но, в общем-то, по концовке матча с Анексис Израиль разыгрались. Израиль нашли свою стрельбу. Колон включился. Ну и, в общем-то, если Колон включился, этого иногда может хватить. Кстати, вот это может сыграть на руку Израиль, потому что вот у Альтернейт была пауза. Вот они ждали Израиль, потому что доиграли свой матч где-то на минут 40 или 50 раньше, ну, практически час. И, то есть, занимались непонятно чем, а вот у Израиля была плотная зарубка против команды Anexis. Поэтому не расслаблялись практически ребята, и вот, видим, в тонусе подошли к финалу, и ведут уже у нас на первой карте, на первой стороне со счетом 4-0. Так, все-таки я попаду, наверное, в скайп сегодня. Что мне надо написать нашим ньюсмейкерам? Чтобы они не тупили. Наверное, ньюсмейкеры смотрят Испания, Италия. Ну там, кстати, сейчас тоже пауза в игре у них. Так, смотри, атаксы потеряли уже Кекса. Он же Тикс, по идее. Кстати, вот я знаю, как определить, где... Да, это точно Тикса, потому что Тикса держит на Инферно ковры. И вот убили именно его, поэтому Кекса — это Тикс. Правда, убили на банане. Да? Значит, нет. Не, ну я думаю, что это он все-таки Тикса, Кекса. Думаю, какой-то новый троллинг. Да, у меня же бинды-то повернулись. Фух, чё ж я парюсь. Да ежишь. Все, давайте смотреть. Аркадион у нас зашел на крысу. Сейчас 5, точнее, пытается зайти. И, походу, зажимать будут Б-план по игрокам на банане с бомбой. Мы это понимаем. Колонн, не знаю, засел в центре. Ну, вот смотри, Аркадион будет настолько большим сюрпризом. Да, вот убивает Ультрабли в бок.
колонна ловит, точнее, колонна ловит Капио на перетяжке. Точнее, Капио поджимал в спину четверым. Ну и теперь Аркадион понимает, что на базе А никого нет. И надо заходить именно туда. Тут уже Трейс на банане ставит хедшот, и там еще Роман из чуть найдет, но это будет 5-0. Ну дико, дико пока. Ну тут просто окружили команду Alternate. Окружили со всех сторон, по-моему, по всем параметрам. Так, я тут выйду из разговора. Роман дает минус, ну и, в принципе, сейчас его, да, Аркадион сразу же подглушил. Аркадион, наверное, герой этого раунда. Три минуса дал, отлично отыграл кэп, я думаю, команда Израиль. Тут особо больше кэпов никто не может быть. То есть, колонн парень без башки. Слушай, статистика. 10 к 1. Колонна? Да. Хорош. 10 к 1 просто. Колончик разрывает. Причем это статистика без бомб. Это статистика чисто фрагов. Ну вот два фрага за раунд пока что он в среднем дает. Вот такое начало. Немцы не могут собраться. Колонн. На банане. 3Б. Эко-раунд с диглом от Кекса и Мануэля. Ну, Зе. Смотри, немцы пытались сначала два раза, сливали они на 5. Знали, и как раз угадывались направлением атаки команды Израиля. И вот теперь, в принципе, опять могут угадать. Потому что вот не спешат заходить и чекать какие-то такие горячие точки на А. И вот теперь смотри. А ну, включи ТАФ карту. Да, именно опять угадывают немцы направление атаки и будут большими силами принимать базу Б. Вот Кекс взорвали гранатой через текстуры, взорвали Траблин на понте. Тот же колонн находит всех своими гранатами и выстрелами. Так, уже я слышу, топчут. Ух ты, назад пошли. Капио, что у тебя здесь? Он понимает, это дает флеш за угол? Нет, еще не дает. Вообще не дает. Ну и захалдились на банане датчане сейчас. Ну, сейчас будут просто постепенно раскачивать вот всевозможными флешками, гранатами и зайдут. Все, пошли, пошли. Минус есть от Кекса. Он сошел, ушел за три ящика. Аркадион. Ой-ой-ой. Вот это Кекс натворил. Это точно Тикса, потому что только он так стреляет за игла. Тот... В немецкой команде так точно. Мануэль. Остается один. Найс, пишет Аркадион. Конечно, Найс. Это просто с дигла такие. Он три. Всех удивил нас, да? Да, но тем не менее... Нас не удивляют Израиль, они выигрывают 6-0 пока что. На первой карте финала Asus Spring 2012 онлайн. Ну, давайте на пин, кстати, все-таки онлайн. Можем сказать, что все-таки игра идет на немецком сервере и преимущество большое Alternate, но счет-то совершенно другой. Ну да, но вот, кстати, странно, почему играют на немецком сервере, потому что у датчан и у немцев, по-моему, одинаковый пин на шведских серверах. В районе 25-30 у обеих команд, но почему-то вот решили все-таки играть на немецком. Наверное, не нашли подходящий шведский сервер, ну и в итоге... В итоге колонн СВП выходит на центр, уходит уже назад, Туркиш с плантом по коврам, Дипекс уже вышел, умер на 7, там хорошо его принимает Рабли, Трейс пытается положить Капио в пленте, но и атака захлебнулась, уже, наверное, можно не выходить, хотя Туркиш с плантом тут под углом. Аркадион чекает банан. Да, сейчас снова через колонну будет пробивать. Вот смотрю я на твои ходки и завидую тебе, потому что я все прикрывался вручную просто. И это крути-верти. А вось, где же мой игрок? Ну да, я вот сейчас настроил, мне тоже очень приятно. Без биндов. Все совершенно по-другому комментится. Вот так и произошло. Колонн забирает Икса на банане, и там пустая точка. Как же ж так немцы рисковали? 4... Один, играя в большинстве, можно было и 3-2 немножко. Ну да, видишь, заходит на пустой поинт, будет установлен у нас бомба, Капио в дым нашивает, да. Аркадиона. А колонн все это время слепой здесь засел, либо он сейчас отворачивается, Нет, слепой в молоке вообще, по-моему. В полнейшем, вот. Капио близко. Колонн! Минус от колонны. Он просто не оставляет шанс. 3-3! Колонн, как так вообще можно попадать в этой жизни? 2-2! Колонн убивает все, что движется. Трейс. Смотри, я теперь должен в этом зуме просто давить трабли где-то вот там вот. Даже несмотря на хелсы, тут остались такие плотные датчане, что... Ну вот просто без шансов. Вообще Трейс разум. Забирает трабли, колонн забирает Мануэль за какого-то. Это, скорее всего, Апрокс. 15-2. Колонн, да? Колонн 15-2 идет. Это без бомб, да? Это без бомб. За 7 раундов. Больше 2 раундов фрагов за раунд дает просто. Просто жесть. Просто колонн. Ну хочу... и вообще пока громят Атаксов на Инферно за атаку. Счет 0-7. Кстати, вот прошу заметить, Израиль точно так же играли с командой Анексис, точно так же и громили, но после чего посыпались. Ну посмотрим. Колонн уже контролит здесь Кекса. Туркиш в это время на коврах дает минус. Это девайсный раунд.
Кекс отдает фраг, и Капи взрывает ковры. И в миг остается один трейс, хотя было преимущество Израиля. Вот и наконец-то первый раунд. Вот тут уже да, вот экономика. Грех не взять, да, ну, экономика КС-а, да. Здесь уже очень много раундов подряд пошло на девайсах. И все-таки должны были когда-нибудь альтернейт взять его. Вымучили этот раунд. 7-1 за Израиль. И напомню, что матч за третье место во Fnatic лиге раньше, наверное, позже будет начинаться. Через час он вряд ли начнется. Ну, либо две быстрых карты от Израиля. Израиль потом играть с СК. И наш коллега Мистер Слэм для вас прокомментирует эту встречу. Fnatic лиг, СК, Израиль сразу же после финала Asus Open 2012. Сегодня такой кайсерский довольно день. И, не знаю, много интересных игр будет. Так, Трей стоит на месте. Что-то непонятно. Нет, все, побежал. Наверное, вычитывал он кого-то из тиммейтов. Да, за предыдущий раунд как накосячили все называется. Как накосячили все. Ну, немножко расслабились, а, наверное, расслабляться не стоит, потому что всего лишь 7-1. И кто его знает, что будет дальше в последующих играх. Ну, вообще, у Израиля там идет сумасшедшая линия. У них 5 побед подряд. И два раза 2-1, 2-0 обыгрывали Anexis, обыгрывали Alternate 16-14, обыгрывали SMT, обыгрывали ESPX 16-1. В общем... Но они в группе, кстати, проиграли, знаешь кому? Команде The Nation со счетом 16-14. Ну, это было в группе, а ребята уже в финале. Согласен. А The Nation в истории. Этого розыгрыша Asus Cup. Так, проход на бетом, кто-то залетает, Трейс так бодро просто все сделал для команды, сыграл, но видите, раунд тут не сам. Пропрыгивают у нас HLTV, 3 минуса от команды Alternate. Тут трое было изначально, их принимало. Что-то не заваливать, да? Угадали немцы, походу, с направлением атаки. И колонна остается один против четверых. Роман минус 2, 7-2. И вот что-то начинают выигрывать Alternate. Вот видишь, это вот то, чего не хватало команде Anexis за дефенс. Вот как сейчас пытаются угадывать направление атаки Alternate. Вот делают всевозможные поджимы, там капел куда-то лезет. Вот это делает какой-то такой экшен в КС. Потому что без этого, ну, он просто его скучно смотреть. Ну и легко заходить против таких парней. Ну вот Alternate начинают показывать зубы. Ну давайте смотреть. Колон, куда-то он быстренько побежал. А тут Эко вообще. Тут Эко на глоках, походу, у ребят из Дании. Как-то быстро, чересчур закончились деньги, несмотря на такой плотный счет. Ну, видимо, нужно ВП колонну. Нет, просто в каждом девайсном раунде теряли много игроков. То есть они... Там же был размен у нас постоянно очень плотный. Так, ну, смотрим. Колонн чекает банан, получил хаешку. Центр будет уже выпрыгивать Туркиш сейчас на мидл. Вместе с Аркадионом, Ксипикс по коврам. Ну, Туркиш. Аркадион вылетел. Оп. Сплента забирает рапли Туркиша. На 7 тоже без шансов. Колонн погибает, и Ксипикс последний. В коврах тоже умирает. 7-3, все просто было сейчас для Alternate. Ну, опять же, глоки. И довольно неплохо сыграли немцы, но все равно, ну, попахивает 12-3. Нет, они просто сыграли стандартно. Это был просто эко-раунд, на котором кулаки были без гранат, без ничего, просто выходили на позиции. Ну, нормальному такому крепкому европейскому дивенсу это не должно составить никакого труда. Так, ну что, смотрим, что происходит. Накидали в центр гранат сейчас флешки дымы немцы. Причем... Подзорвали колонны немножко, оставили ему 47 хп. И перестраиваются. Посмотри, как перестраиваются. Так, двое. Ой, опять это глухая оборона. А Израиль сегодня уже играли раунд против такой глухой обороны. Они вообще на опыте сегодня вот таких вот ситуаций. Ну что, Аркадион там перестреливался на коврах. С кем-то отбежал. Прострела подальше. От хаешек хорошо. И смотри, он оттягивает в сторону Б, а тут уже под Б потихонечку что-то идет. Какое-то нет. Накопление. Кого он один остался на Б. Да, возвращаются все на, как раз на, в сторону Аплента, к Аркадиону. И что? Подсадка в дом пойдет. Трейс чекает центр, Ксипикс ковры, Туркиша уже подсадили. Тут уже можно было услышать, если бы находились близко игроки Alternate, как там перекидывают бомбу постоянно датчане. Но датчане понимают, что там глухая защита. 3 плюс 2 причем. Ой, по-моему, сейчас подразорвут. Ну что, давай трабли посмотрим. Колонн вышел центр, Трейс центр, Туркиш вышел. Вот пошли ковры, двое на коврах. Ну вот трабли, кстати, очень уверенно принимал там ковры. Каким-то чудом он не забрал второго. Там немножко семерка позже вышла. Вот позже вышел колонны Туркиш. Вообще как-то долго они тянут, но в итоге... Пока равный размен, заходят вот один в один. Трейс важнейший минус. И что у нас, Тикса? Библиотека. 1-2. Видит пески. Пытается нашить какой-то рандомный хэдшот. Ой, Трейс, куда ж ты так вышел? 12 хилсов в бомбах has been planted. Где она? Вот она. Найс. Пишет Мануэльзе колонну.
Найс, колон, сен, кьет, колон, аноми. Ой, попал. Ох, как хорошо, трейс. Спас раунд, 12 хилсов осталось. Ну там такая вертуха залетела, просто нереально. Вырубил туркиша, еще и мог вырубить трейс. Но трейс тоже непросто. Да, 8-3 счет в этом матче. Израиль пока, опять же, продолжает доминировать в финале над Alternate. BO3 финал, и это только первая карта. Дальше у нас, кстати, будет очень такой веселый мап-пул. У нас может быть Форж, третья решающая карта финала Фасуса. Это было бы весело. Ну и там Анекс с Virtus.pro, кстати, тоже начинают, по-моему, свою игру уже. Матч за третье место, да, там. Но там борются чисто за денежные призы, кто получит чуть-чуть больше. Тускан, вторая карта, третья Форж. Вот что вам стоит ожидать дальше. Конечно, если будет Форж, будет вообще весело. Вот заруба. Тогда у нас прострел поменяли на Форж, немножечко поменяли туннель на Б. Он стал не такой выгодный для атаки, знаешь. Вот я же говорю, что вот если раньше я наблюдал все карты, которые были на Дефорже, там бежали вот просто в аркаду 3-2 Б. И без шансов там разрывали этот дефенс несчастный. То сейчас альтернейты из 15 раундов за атаку сходили на Б, по-моему, один или два раза. Какие-то были перетяжки. Трабли поджимает ковры, забирает Ксайбекса. Ну а в это время тут уже должны понимать сейчас Израиль, что двое поджимают ковры. Не знаю, видели ли второго, нет, не видели второго. Ну пойдут до конца на Б. Здесь двое в планте, первого должны забрать. Тексо уходит, и хилпа, двое сразу на хилпу выйдут. Колон дает минус, смотри, колонну нужно выходить, отстреливать респаун. Отлично, отфлешивание, лежит плант, прыгает ХЛТВ, лежат все 8-4. В общем, ну тоже показывают зубы немцы и то, что они могут, что-то могут. Вообще, вот помнишь раньше, вот старые времена Mousesports, когда они играли Inferno, мы говорили, о, там сейчас да, они да, будут да, раздавать. Да, грозно. Но... Нет, ну альтернейты вот гораздо лучше защищаются, чем Анексис, и вот они, по крайней мере, не дают такого разрыва в счете, как было в матче Анексис и Израиль. Колонка-то резко в центре. Такой. А, тут фулл эко опять. Фулл, Израиль. Фулл. Ну вот видишь, вот эти вот раунды, которые берет команда Alternate, очень важны, как казалось. Они берут раунд через раунд, и для атаки это оказывается, ну, большие проблемы. Ох, как потушили просто все. Колонн снова последний. Три хилса добивает его Тикса. 8-5. И... Ну, игра становится, конечно, поинтереснее, но все равно я думаю, что в Израиле защите должны справиться. Вот что-то мне подсказывает, что-то не мне подталкивает. Ты же видел, как играли Израиль в защите против команды Анексис. Я думаю, и на Тускане, думаю, должны не разобрать этих немцев. Но, опять же, это КС. Он в последнее время очень интересный. Тут я должен был вставить слово одно. Какое? Непредсказуемый, не знаю. А, слово потом тебе скажу. Особенно, когда вот такие команды играют, там, знаешь, ну не супер топ, но из топового. Так, есть у нас первый минус, Капио забирает трейс с АВП. Туркиш уже выходит из дома, есть минус, вот слева есть игрок, у него рядом с ним, дает второй минус, хорошо, ковры смотрит, там никого, Трабли в песках на самом-то деле находится, вот он. И в большинстве Израиль, минус от Трабли, и туда, ой-ой-ой, Аркадион. Как Аркадион четко выпрыгивает и забирает просто. Так, там какие-то чудеса у нас происходят у ворот сборной Испании. Тем временем, да? Да, там, точнее... Да, у ворот сборной Испании. Касильяс там что-то тащил, походу. Да, но у нас немножко совсем другая ситуация. По-моему, Израиль возьмут 9-й. И, в принципе, у них есть все шансы сыграть 10-5. Ну, по-моему, по деньгам там все должно хватать. Альтернейт на последний раунд. По-моему, они должны сейчас идти и пробовать брать раунд. Аркадион минус, Роман минус колонн. И есть инфа, что в планте. Роман минус Аркадион. И Ксипикса видит. Ой-ой-ой, сейчас по башке даст ему в очки. Мало времени. Ксипикс плотный. 9-5. Ну, Роман плохо такой. Точнее, плотно настрелял по головам там команде Израиль. Очень-очень уверенно был, но вот не хватило ему на последнего. Даже если бы он убил, уже бы не успел раздефузить бомбу. Так, хочу кое-что добавить. Ух. Надеюсь, в стриме вам это слишком пока что не помешает, ребят, одну секунду. Ага, watch tutorial, please, F1 to show, hide this, ага, F1. У тебя на F1 отличный бинт. Слушайте, ну что? Ой. Так, у нас там заруба уже начинается. Мануэльс убивает туркиша, поджимает. Где он это сделал? А, убил он, походу, на ложном где-то его. Какой-то вообще неправильный бинт вот для этого оверлея. Надо тут в настройках полазить. Ну что, я хотел там кое-что поделать. Кое-что. Ну, вообще, на самом деле, знаешь, удобный вайтборд, чтобы можно было рисовать здесь быстренько на карте, кто где. А, как так... в доте можно рисовать? Не знаю, как в доте, но здесь тоже точно можно рисовать. Но просто бинт F1, вот,
Наломал всю движу. Да, наломал всю движу. А, ну вот я могу, знаешь, как сделать похитрее. Или не могу. Или не могу. Так, смотри, тем временем Израиль смещается на Б-базу, и там их будет встречать Роман. Давай, включай его быстренько, быстренько. Роман делает первый минус, убивает Ксайпекса, но и должны сейчас Романа разменять. Сейчас Тафа. Давай, Тафа. Все это, я Романа включил, все. Ну тут еще Тикса есть, все. Своевременная хелпа, ну посмотрим, как будет помогать. Ой-ой-ой, какая гренка отличная, залетает еще под ноги. Кому-то, точнее, это, наверное, не кому-то, это колонну залетела грена под ноги. Ну и ситуация у нас 2 в 3. Колонн идет убивать. Бомба ставится до конца раунда, 11 секунд. Да, колонн идет убивать. Минус режет колонна, тут еще Мануэль и Капио рядышком. Колонн будет вылетать, и зря, наверное, Аркадион. Он опытный воин, видит ноги. Видел ноги. Один на один. Забирает Капио и Апрокс убивает отличным хедшотом Аркадиона. И делает счет у нас первой половины 9-6. А могло быть 10-5 за Израиль. Просто Аркадион немного поспешил как-то. Как-то мне кажется. Ну что, что мы сейчас увидим от Израиля? То есть, в принципе, уже можно... Сейчас я тут... Сейчас я буду побеждать. Эту штуку. Наверное. Попробуешь одолеть ее, да? Ну, я попробую вообще ее включить. Как-то она сегодня меня игнорит по полной программе. Этот whiteboard вообще давненько с ним. Ага, вот. Выберем цвет. Ну, немножко порисуем. Что мы можем ожидать вообще? В пистолетном раунде мы можем ожидать вот на этой позиции 4 людей. Ух ты. Так, смотри, у нас пропрыгивает опять ХЛТВ, и пистолетный раунд у нас уже начался. Трей занимает за плюс. И вот туда идут давить его немцы. Ну, давай смотри, что там происходит. Проходи вон, Роман. Ну вот у нас зеркальная ситуация получается. Точно так же все происходило за дефенс для атаксов. Потеряли они двоих на банане. Ну и после чего зашли атаксы на Б. Ну, точнее, Израиль на Б. Но тут атаксы почему-то затупили и не успели притянуться. Так, так, Тафа. Что происходит? Смотри, притянулись. Они атака потоптались. Сначала на А, теперь опять стягиваются на Б. Тут побеждаю whiteboard, ладно, попозже с ним поработаем. На другом чемпионате. Очень полезная штука, когда вот два комментатора. Один рисует, второй рассказывает, да? Да. Так что смотрим. Колон и четыре его гостя. Давай за колоном смотреть. Я думаю, двоим по шапке еще поставить успеем. Лан пробегает, Лан, да, я, ого, это Тикса. Никому не поставил по шапке колонн, Туркиш и Типикс попытаются играть вдвоем. Лакет пишет Капио. Ой-ой-ой, еще один лакет, Роман просто разрывает. Просто надавали по чабанам команде Израиль. И вот какой-то один Туркиш против четверых, убивает одного. Ну, очень... Показывает чудеса и эквилибристики нам. Колон написал там тоже, что он что-то делает, не конфеты любит в этом эпизоде. Ну и 9-7. По ходу альтернейт сейчас сравняют счет. Помнишь, как все начиналось? Да. Ну вот то, что я тебе говорил, что немцы не так просты, как кажется. И даже поинтереснее смотрели, чем Анексис. Ну вот, да, счет 7-0 сначала меня пугал. Я да, вот думал... да, вот опять, вот какие-то матчи сегодня, просто мистика, и вот как не додавили Израиль, то есть, ну тут минимум 11-4 должны были придушить, по-моему, в атаке. Последний не взяли тоже, вот, ну просто, просто сейчас становится интересно, потому что, я думаю, эко-раунды вряд ли все-таки колонны с компанией потащат. Ну смотрим, Аркадион на банане, колонны уже тут где-то в центр подрываются, нет, никто никуда не идет, засели. Ну и атакс играют дефолт, но никто никуда не спешит, просто контролят всевозможные поджимы. И вот попытаются в итоге определить массовое скопление игроков дефенса и пойти совсем в другую точку. Ну Аркадиона уже пропечатали там с тремя ящиками, Трейс не вышел на банане, Туркер сейчас, наверное, прочекает дом. И походу сплит на А сейчас будет заканчиваться именно так раунд. Сюда должны пойти альтернейт. Но они не спешат, уже Трейса нашли на банане. Точнее, нет, не нашли. Должны найти сейчас, нет. Роман, по таймингу все четко получается у Трейса. А нет, вот, не совсем четко.
Роман все-таки законтролював спину і поймав на поджимі Трейса. Скажу там на коврах. Нічого не виходить. Туркіша в колонах. Суперманси були. І в итоге у нас 5-0 розмін. А просто розбивають зараз. Просто розбивають Ізраїль, альтернейт Ізраїль. І да вот зараз буде 9-9 уже все. Ну а там, конечно, колона появится АВП. Трейс хорошо вообще в защите отрабатывает сегодня. Так, а вот и герой сборной Италии. Ди Натали. Вот так вот легенда итальянского футбола забивает первый гол, забивает его в ворота сборной Испании. Бывает такое, да? Угу. А его не хотели еще брать, кстати. Что происходит на Евро вообще? Ну, Испания всегда так плохо начинает. Ну, посмотрим. Ну что? Вижу диглу Аркадиона, диглу Трейса и 4 на Апленте. Вот так вот заседают Израиль. В это время Трейс один на банане. Вот просто на папку здесь стоит с диглом. И очень туго играют, очень медленно играют альтернейт в атаке. Вообще зевать хочется, если честно. Ну, так нужно сейчас в данной ситуации. Проверять каждый угол, каждый поворот аккуратно, уже он 7 проходит. Ну, сейчас колонн тут разведает, в турке же немного информации, но колонн умрет просто первый. Он слышал, как ушли, он бежит за соперниками, но Трабли смотрит спиной. Дал хэд Капио, 52 у Капио, пытается добить, еще покоцал, и в него очень слабенько попали. И уже трое на Б, у Трейса два тиммейта есть, Аркадион, и Аркадион слишком вышел, жирно. Ну и Сипикс перемудрили, по-моему. А вот тут Трейс, ой-ой-ой, мувики пошли. Но Трабли спасает ситуацию, но не до конца. Здесь еще жив колонн и Туркиш все-таки, но у них два успа. Колонн отвлекал на себя внимание, Туркиш на ДД проскакивает. Дал, по-моему, нет, нет, не дал. Колонн дал, вот колонн дал. Хедшот, 4 хп остается у Романа. Ну, вот перемудрили вот полностью. Вот что-то придумали невероятное. Альтернейты, и вот я не знаю, зачем это было делать. Такая перетяжка, которую слышали абсолютно все. Ну и вот заставили понервничать друг друга ребята. Ну и это могло для них плохо закончиться. Трейс там нормально подраздал на Б. Да, если бы еще хеджета, если бы еще третьего хлопнул, то, наверное, там бы все и закончилось. В такой ситуации. Но пока что интрига остается у нас. Интрига у нас не остается, она у нас в самом разгаре. 9-9 счет, первая карта. 7-0 Израиль выигрывали в начале этого матча. Я вообще не понимаю, что сегодня опять не так. Колонс, ВП, смотрим за ним. Трейс за тремя, контролит банан. Аркадион уходит четвертым на аплант. Близко Туркиш, близко к Сипикс. Очень неплохой сейчас раунд. Ну, дефенс мне нравится, когда так защищаются команды. Агрессивно, более-менее. Конечно, без поджимов, но контролится центр. Туркиш хелпует, видите, колонн отвлек на себя внимание. В два раза не попал колонн на ровном месте. Первый раз в ногу попал. Если я не ошибаюсь. Сразу вот. Туркиш сделал минус. Аркадион отработал. Под флеш выпускают ковры сейчас к Сипикса. Он выходит моментально, ставит хедшот. Уже вернемся к Аркадиону. Вот тут щимит Роман Эммануэль. Трейс в глухой обороне на Б сам. А Аркадион тоже уже не высовывается, не рискует. Смотри, пропустили Романа и теперь не знают, что на 6 прошел Роман. И вот теперь ну, Аркадион по таймингу должен уже разворачиваться. Ну, вот. Зато забили Эммануэля. А вот Роман с плантом, да, конечно, может сейчас сыграть в РСП. Защиты. И он и пошел. Аркадион даже, знаешь, и не думает, что он пропустил. Там была такая большая пауза, когда он не смотрел 5, и как будто он не давал инфу, что не смотрю 5. Ну вот тут не разобрались, наверное, вот между собой. Да, это... Ладно, вот это да, аж весь зал у нас закричал. А там камбэк от сборной Испании. Ну вот, это аплодисменты были Аркадиону, ну и сразу же поддержали сборную Испании. На самом деле было так. Да. Израиль 10-9. И первая карта Асуса идет по-прежнему. Вот я уже точно могу сказать, что через 40 минут вряд ли начнется матч за третье место. Израиль понадобится, ну, как минимум, чуть больше времени, чтобы обыграть в финале Асуса команду Альтернейт. И потом уже взяться за СК после этого. Но уже вместе с Игорем Соповым. Он же Шлем. Шлем. Товарищ Шлем. Так, колонн оставит одного сейчас, походу, на банане. Да, уходит Аркадион сразу же. Вот как раз тот игрок, которого можно оставлять одного смело на банане. И переживать не стоит. Ну, вообще, сейчас очень правильно защищается, по-моему, вообще классно защищается на оружие Израиль. Ну, смотрим, Капио уже занимает ребра. Аркадион будет выход на 5 щемить. Туркиш в песках будет сидеть малых. Ну, а Трейс и, конечно же, его друг Сипикс. Вот ковры и 7. Под флеш, ковры, прочекали, видят дым.
Ой-ой-ой, идут как раз к Аркадиону. Вот он просто притягивает. Он магнит, по-моему, он всегда угадывает, куда идут. Дают флеш, и под флеш с Аркадион тут потушит просто целую кучу сопер. Второго не добил. Мы видим, как он выпадал. Зачем он так просил девайс? Наверное, не знал, что там очень много соперников. Думал, что здесь один. И Туркиш, по-моему, тоже не понимает, что здесь все. Минус от колонны. Он уже поджал спину и разрывает пацанов здесь, на этой позиции. Туркиш вышел. Да что ж такое, я не угадываю, кто кого убьет. Вот Туркиш и колонн с двух сторон просто нажали всю команду. Просто разорвали, да. Вот колонн очень своевременно поджал. И вот тоже непонятно, как альтернейты так отдали эту точку. Но вот просто никто не остался контролем по Джимс Бэй. АВП приходит в спину и убивает твоих. Ну, тоже какой-то нонсенс. Тут накосячили явно альтернейты. Задержались они на главке, но и в итоге были за это наказаны. Да они что-то вот начинают как-то мудрить, по-моему, на раундах на оружии. Ну смотри, теперь сливают. Вот уже вот намудрили. Так, прыгает ХЛТВ. Смотрим, мудрейсы гости. Банан. Жмет кнопку, уск. Ну сейчас все будет понятно. Так, ну Аркадион должен разобраться с двумя игроками. Да, разбирается, без шансов. 12-9. Израиль выходит вперед. Уже с таким солидным отрывом. Хотя солидный отрыв это было у него, наверное, когда 7-0 был счет, но вот растеряли эти. Как-то мне все-таки как-то нестабильно играют сегодня команды. Причем все, знаешь, вот идет и хорошо, потом совершают там кучу грубейших ошибок, и какой-то уже происходит бред. Но, хотя вот сейчас Израиль красавцы. Колон. Кавры. Поменял позицию. Сейчас как раз Мануэль. Подожди, попал, но, к сожалению, не убил. 37 колонна, 16 у Мануэль остается. Так, и там что, Травли скидывает план по домам, чекает центр, Тикс упадет на ковры. А тут ребята пытаются Трейса как-то. Ну, Трейса отсюда напрячь. Выкрыть будет непросто. Да, вот он тот только дал дым сейчас, то есть его сейчас будет куча времени. В дым вряд ли будет выходить атака в ближайшие 20 секунд. Ну, разве что только под моментальную флешку, но... Пока некому даже ее давать. Ну тут Кекса дает минус из дома, уходит, его не нашивают. 83 забрал Туркиша, и в большинстве остается сейчас команда из Германии. А Трейсом чекает по чуть-чуть на коврах. Мануэль кого-то покоцало, я не понял. Роман с ВП, что происходит вообще? Вот прочекали попал. Трейса, попадают в него с ВП. Вот Трейс должен сейчас давать инфу, что вот его прогнали оттуда. Но ребята колонн, рискуют. Смотри, да, и колонн не оттягивается пока. Все, Трейс должен ложить всех. Ну, Роман отлично отыграл. Потому что, да не будет там АВП, там еще 2-1 красный выходил. Могли тут всех поубивать, но... Что, Тикса выходит. Дает спину минус. Ох, Ксипикс, Аркадион будет на А. Колонна возвращается. Сейчас колонна тоже, наверное, прибьют. Плант на Б. Нет, все-таки колонна будет смотреть Б. Минус Тикса. Аркадион и колонн. Ну, если Калон сейчас кого-то подловит здесь, то, может быть, нет, уходит, походу, он на сейв. Смотрим за Аркадионом, да, он смотрит метро. Это 12-10. Ну и как бы шанс альтернейт, в принципе, по-прежнему остается. Оу. Так, вот это вот сейчас не вовремя мне написали. Ливнул. Фейсбук веселый. Так, ну и борьба у нас продолжается. Да. Тебе еще не сделали? Тут нас тут всех заставляют делать социальные странички на фейсбуках, контактах. Пока нет. Пока у нас только Игорь Сопслемов активно занимается. Ну что, я тоже вернусь, ребят. Будет там ВКонтакте уже страничка, которую я заполню скоро. И в Фейсбуке также там все будет подробности трансляции, всех стримов, записи. Все там будет появляться. И много-много дополнительной информации. Так, сплит на 2 ковры, 3 центра. И смотрим, Роман вообще спиной выходит, боится на отфлешивание. И тут очень пассивненько сейчас сидят ребята. Ксипикс, Трейс на Соколе. Ну смотри, Аркадион приходит вовремя на хелпу. То есть будут принимать захват вчетвером. Все-таки идут. Все, пошел выход. Поздно отфлешивание. Капио зашел плент. Туркиш подцепил все-таки этот фраг. Видит ковры. Туркиш уже должны тут не отпускать. Да, забирают Туркиша моментально. Роман забирает еще и Трейса. Колон в спину не попадает. Ну и походу все-таки немцы. Немцы снова цепляются за игру. Нет, и... Просто у нас игра на самом деле достойная финала. Поэтому вот обе команды отчаянно борются. Хотя там не приз, разница небольшая. Уже у обоих команд есть квоты на Grand Final of the Year. И поэтому... Final Battle of the Year. Ну как-то так. Так. Ой, какой минус. Так. На нашивает, да, кекса Аркадиона. Остается один колонн, который попытается засейвить свое АВП.
И. Ну, первое место 40 тысяч рублей, второе 25, третье 15, четвертое 10. Все это в рублях. И там еще плюс Corsair Vengeance K60. Какие-то мега девайсы. Интересно, что это? Механическая игровая клавиатура. Ценой $109, 110 даже. Тоже неплохо. То есть это дополнительные $550 ко всей сумме. То есть приблизительно за первое место команда получит приз в размере $2000. Ну, нормально. Самое главное, что команда получает слот на Final Battle of the Year. Уж там призы будут побольше, и соперники будут намного серьезнее. А у нас колонна Аркадион. Смотрим. Ой, как не повезло сейчас колонну. Наверное, он попал все-таки с ВП первого. Колон попал во второго. Аркадион помог. Видели плант, видели ночь. Ну, без шансов приняли вот аркаду на Б. Вот ну, и, короче, Аркадион погорячился, тут отдался, непонятно зачем. Ну и вот смотри, один Апрокс попробует разобраться с колоном. Ну, ничего у него из этого не получилось. Знает, по идее, где находится последний игрок команды Alternate, и пытается сейчас с ним разобраться. Но ситуация у него непростая. Что, по-моему, один раунд не засчитался, по-моему, что-то у нас не разбрасывалось. Не-не-не, все правильно. Было, да. 13-11 это правильный счет у нас. Как-то вот все равно непонятно. Вот то одни расслабляются, то вторые. Вроде и есть борьба, но что-то вот, что-то мне не все нравится. Видимо, не хватает нам больших матчей, не хватает нам СК, ну, Нави. Просто имена не те, наверное, у нас сейчас на экране, поэтому и ты так... Поляков хочется, да. Поляки, Нави, СК, еще кто-то. Фнатики те же самые. Ну, кстати, вот СК Израиль совсем скоро, после финала Асуса вместе со Слэмом, матч за третье место в Фнатик Лиге, тоже онлайн. Вы можете посмотреть на нашем стриме. На Own3D, правда, канале. Такие уж правила, наш договор с Фнатик Лигой, где они вещают. Но, опять же, все это вы прочитаете в социальных сетях, я думаю, на у Слэмчика. Он там везде заспамит, я думаю. Так, а давай-ка глянем на карту, что там происходит. Смотри, под Грен занимают банан, без шансов забирают Трейса. Но Трейс еще, кстати, мог разменяться. Аркадион должен уже отфлешивать. Он не кидает гранаты, сам ловит флешку. Ну и попробует сейчас подзажать сейчас через дым. Ждет дымы Романа. Ну, вроде покоцали. 63, нет, все-таки он уже ставит бомбу. Смотри, турпиш. Там турпиш врывается. Тоже нашивает, ни в кого не попадает, к сожалению. Флеш еще одна. Проверю. Ближний на всякий случай. И уходит на сейф. Уходит на сейф. Все-таки в последних раундах мозг и разум побеждает. Берсерка игра потихонечку прекращается. И вот парни уже начинают думать о экономике, начинают играть грамотно. Счет 13-12. Сейчас девайсы, конечно же. Ну да, ну и смотри, размен на самом деле был 1 в 0, поэтому там в пятером живые атаксы, но есть красный капио, есть красный апрокс. Так атаксы идут выбивать девайсы, хотя зря они идут, они коцаны, еще двоих потеряли. Ну может, у них с экономикой все гораздо получше, чем у команды Израиль. Хотя я в этом очень сомневаюсь. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я уже включаю карту, и мне очень интересно, куда пойдут немцы. Роман один на нуле. По-моему, он залетает. Да, на балкон залетает. Ну и, в принципе, все смотрит врыв. Туркиш в доме. Нет, не рискует. Уходит назад. Дали Хае по дом по таймингу. Хорошо накоцали Мануэле. 41 у него остается. Кекса еще получился в коврах. К Сипиксу выходят, ловят его. Нет, 76 отошел, еще успел отфлешить свою позицию. А Капи уже выходит из дома. Да посмотрите, как быстро пытаются атаковать сейчас в этом раунде немцы. Ковры пошли уже. Ну что, к Сипикса смотрим. Ой-ой-ой. Не успел ты на Ксипикса. С Прифайером выбежали. Да, просто разобрались с ним без шансов. Теперь Туркиш с Калоном разбираются. Калон отошел, Туркиш зажат в планте. Отвернулся просто. Так, ну и вот Аксов большие проблемы. Не могут они по-прежнему выйти на базу А. Вот наконец-то травля убивает Аркадиона. Колон пытается тут словить как хоть кого-то. Как бы вот хедшот тут не словил. Убили Туркиша в планте, прочекали. Фантастика, как немцы тащат этот раунд. Поймал наконец-то Романа Колон, но травля. Травля уже. Третий минус в этом раунде делает этот игрок. Сейчас он, по-моему, съест гранату. Да, и должен умереть. Нет, выживает. 4 хп. На 7 и в планте 2 игрока. Мануэль! Вот это уровень, да, как разрулили раунд а немцев? Апрокс просто, по-моему, сумасшедшие вещи делает. И он просто сейчас реально вытягивает раунд. Вау, что у нас за крики? Фернандо Торрес против Луиджи Буффона, но Фернандо Торрес, к сожалению, не оправдал надежд. Так, у нас тут Сильвестр Колонна, у него не получается. Тоже не оправдывает наших надежд. Да.
Колон. Хотя нет. Да. Спасает он потихоньку твое пиво. Только что Мануэль чуть мое пиво не забрал. Посмотрим, только первая карта. Матч на БО3 тут, то есть тут еще бабка надвое гадала, вилами по воде писана и тому подобное. Тиксы в коврах просто убирает Ксипикса, туда идет Туркиш сейчас на перестрелку. Ну давайте. Врывается вот Тикса, и Тикса был точнее. Не ожидал сейчас Туркиш, по-моему, отвернулся в этот момент. Колон тоже в ковры уходит. Но этот пацан попадает, еще не успевает поменять девайс. Минус от Рейс, он поджал ковры и бананы, дал один минус, и сейчас, кстати, Аркадиону... Смотри, я буду заходить на Б, не будут ожидать увидеть Аркадиона, и вот Аркадион очень-очень удивляет Апрокса, делает минус. И ну, тупит. Тут натупил, очень натупил. Почему? Ну, вот, он что, думал, что в него при таком близком расстоянии, что у него не выйдет игрок? Ну и смотри, теперь остается один Трабли, который в предыдущем раунде сделал три нереально крутых минуса. Мануэль-то у нас в предыдущем. Нет, Трабли делал минус. Смотри, консоль открой. Трабли. Окей. То есть и на нем теперь большая ответственность. То он остался один на один с колонной. Он слышит колонну сейчас прекрасно. Должен убивать спину. А, все, нет времени. Тут колонн... Таймер сверху обманывает. Тут колонн очень плохо, по-моему, сыграл. Затянул он заходом. Вот. Да, я сейчас пытается еще... Ну и не догонит, еще и подорвется и заберет его в итоге Трабли. Трабли отлично отыграл в этой ситуации. Сделал два последних минуса. Что происходит? Наконец-то, смотри, альтернейты впервые, по-моему, в матче выходят вперед. И счет-то у нас почти равный, 14-13. Так, ну вот это важнейший раунд для команды Израиль. Это какой-то фарш, хотя, нет, я не знаю. Для команды Израиль это не важнейший раунд, потому что они сливают и попытаются сейчас, ну, я даже не знаю, девайсы им, в принципе, не важны. Есть... Тут альтернейт уже тогда должны тащить, я уже буду болеть за них, если они сейчас выиграют Инферно. То есть ты забил уже на свое пиво? Да, отдам пиво, чё. Чем мы вижу Best of 3? Да, но нам-то все равно, представляешь, организатором Фнатик Лиги и Слэму сейчас как... Ну да. Потому что там тоже Best of 3 матч, и... С каждого из Израиля, и, наверное, сейчас многие следят за этой встречей. СК, наверное, тоже сейчас будет болеть за... Кто-то посматривает по-любому там из СКшников, как же играют Израили. А как... там, кстати, за какой приз они борются? Там матч за третье место? И... А там тоже... тоже там неплохие какие-то деньги, может. Типа не три, знаешь? Ну да. Но мне кажется, СК просто сейчас просто посмотрит на все это дело и просто снесут пацанов. Просто в мясо, в такое мясо, что те поймут, что надо тренироваться, еще раз тренироваться. Ну что, эко-раунд? Нет, не получится зацепиться здесь никак. Трейси остается один. Его убивает Мануэль. 15-13. Проигрывая 0-7 в этом матче, команда Alternate вышла вперед и имеет уже два матч-поинта на первой карте. Вот вам и КС. Как говорят в футболе, да, мяч круглый. Кстати, вот в комментариях я помню, кто-то писал, что немцы не умеют делать камбэки. Ну, вот, пожалуйста. Да. Наглядный пример. Кстати, вот у нас сегодня все игры были с камбэками. Это так круто, вот когда вот есть интрига, вот, а не просто какой-то там счет в салат. На 4, что-то 5. Ну что, Аркадион. Туркиш прокидали гранатами. Аркадион выходил. Ну смотри, там атаку потеряли кучу хп, еще и потеряли одного игрока. Неужели это овертайм? Неужели это овертайм? Неужели рано, атакс? Рано так говорить. Капио! Вот он выходит на банан и просто убивает колонну. Колонн не попал. Ну опыт, понимаешь? И смотри сейчас какой развод. Плант вообще перед коврами. Мануэль по коврам идет. Ну вот то, что Плант лежит, это большой косяк для команды Alternate, потому что Плант придется подбирать, ну и Трейс, по идее, может это услышать. Смотри, вот подбирает сейчас Плант и вот слушай. По-моему, услышал. Нет. Нет? Трейс убивает в яме Романа, но Роман был красный, полбеды. Так, двое игроков команды Alternate находятся под Б-плентом и попытаются сейчас туда зайти. Ну тяжеловато им будет, конечно. Непонятно, потом... все-таки пошел Капио под гранаты. Почти убивает Аркадиона. Трабли пошел. Ну, Трабли ушел просочиться, успел еще просочиться в плент. Туркиш уже бежит на помощь! Сейчас Туркиш убивает, наверное, Трабли что-то суетится. Да, Туркиш снимает его. Давай теперь смотреть. Ага, вот где Апрокс. Только пришел. Получил по голове. 24 с дыма. Прилетели патроны. Надо ставить бомбу срочно. Иначе будет беда. Ну что, два точных хедшота и карта в кармане.
Ну, получилось один точный в пузо и второй уже забирает. Ну, вот так вот, 15-14 у нас счет первой половины. И последний раунд. Ну, может быть, последний. Мы видим, на что надеются ребята. Трей сейвит ВП колоннам. Сейвит экономику, конечно же, командная игра. 15-14 на первой карте финала весеннего Asus 2012 онлайн. Правда, играем мы уже его летом, но такое часто бывает. Возможно, последний раунд, первая карта, а возможно, все самое интересное впереди. Да, тут вполне возможно, что будут сейчас допы. И допы тоже будут непредсказуемы. Так, а ну давай глянем, что там происходит у нас на мини-карте. Так, ну вот направление атаки будет у нас явно на А. Дёрнули колонна, да, тут. Капио как-то уверенно играет в последних раундах. Знает, что слева колонна, он не знает, что справа Туркиш подсаженный. Смотри, вышли уже. Там уже в больших песках находится Кексов. Ну, Туркиш в подсадке дает минус 2. Вот только сейчас его забирает Трабли. Аркдион дает фраг, и немцы в меньшинстве. По-моему, это... Ну, не буду ничего говорить. Смотрим. Роман и Трабли вдвоем против троих. Ой, какие гранаты. Трабли вообще в шоке здесь в планте. Роман должен тушить всех. Колон минус Трабли. Роман 1 в 3. Так, ну ты сказал, Роман должен тушить всех, но колон тушит всех. Колон потушил всех. Ну что ж, 15-15, друзья. Нас ожидает овертайм на первой карте Asus Open. 2012 Spring. Все-таки Израиль потащили на овертайм. Фантастиком. Да, ну вот, хорошо, хоть у нас рестарты сразу начинаются. Вот с этим единственное, что радует, нет задержек никаких у нас. Так, а ну, эвакуация нам. Нет, пока, наверное, выставят старт мани. И после этого начнут. Кстати, вот интересно, по какой системе у нас старт мани? 10 тысяч или 16? И best of 3 или best of 5? Ну, не знаю. Я тоже не знаю, поэтому... Я думаю, 16-3. 16-3 раунда, да? Да, хотя... Тут может быть все что угодно. Хотя тут может быть... Нет, 10 тысяч 3 раунда вряд ли. Хотя вроде на пассус не менял правила овертаймов. Единственный чемп. Хотя я уже запутался. Столько турниров в последнее время. Давай просто смотреть, а там как будет. Да, везде разные правила, поэтому стоит, наверное, все-таки немножечко подождать. Так, а ну посмотри, у тебя в консоли, может, показалось, сколько поставили старт мани обычно. У нас может это отображаться. В консолях ЛТВ вряд ли. Нету, да? А жаль. Так, ребята, зарегистрироваться вообще на любой Asus можно на том же сайте asusopen.com. Да, то есть принять может участие любой желающий. Ну что, альтернаты остаются в атаке, Израиль остается в защите. Овертайм начинается. Колон должен быть уже с ВП, хотя вижу, что он пока что с УСПом. Что, нет, с ВП. С ВП идет на ковры, и там, кстати, есть Мануэль и Кексом. Кстати, первый раз, по-моему, 3 плюс 2 вот так плотно засели. Нет, так, ну давай включаем колонна, посмотрим, Туркиш, как он будет. Колонна, наверное. Да, пропрыгивает у него кто-то на прицеле. Скорее всего, это был Мануэльс. Попадает колонн вроде бы в него, а может и нет. Ну и Кекс забирает колонна. Да, попадает через текстуру, походу, 59 хп. Вот. А вот это что было? Капио спиной вышел. Здесь слепой был Туркиш, но Ксипикс помогает. Кстати, а он же, вот флешка вылетела идеально. Он не был отвернут от нее. Почему она его не флешила? Он четко убил первого и переводился на второго. Не, ну не знаю, может быть первого, ну так, ну на скелет. А на второго как переводить? На второго не знаю. Интуитивно? Ну вообще, значит, он колонн номер два. Турецкий. Трейс 1 в 3. Ситуация не из легких. Ну и попытается теперь что-то придумать. Вот придумал он засейвить девайс. Все-таки, наверное, 10 тысяч старт мани. Ну или раундов 5. Или раундов 5. Смотри, там повзрывались игроки Alternate. Умер Кекса и чуть не умер Трабли. 16-15 немцы выходят вперед. А что ж такое вообще? Я вот не могу понять. Тут вообще они, по-моему, решили тоже 3 карты играть и махаться до самого конца.
Что там происходит? Это просто жара. Наверное. Бедный Торос, мне его так жалко. Не везет. Просто не везет этому игроку. Так, давай смотреть наш финал. Ну, знаешь, вот все-таки, мне кажется, все равно должны выиграть Израиль. Вот и должны они выиграть этот матч по-любому. Ну, пивко будет халявное. Да. Ну, как-то вот не хватает мастерства все равно что-то у Alternate сейчас. Как-то вот местами вот некоторые игроки очень много ошибок. Ну, на самом деле, тут допускают много ошибок обе команды, но немного, на самом деле, ошибок, но допускают. И вот эти ошибки стоят такие вот важные раунды обычно и наламываются. Вот ну и, конечно, божит кого. Да, кто первый прекратит ошибаться, тот и победит. Сейчас посмотрим. Нога, он стреляет. Стреляет в Капио дальше, хорошо, минус. Кексас вылетает просто в точку, Колон успеет дать флеш, успевает, но его сразу снимают Тикса. И, по-моему, можно сейвить девайсы. Ну да, в предыдущий раз команда Израиль так и делала. Но теперь попытаются выбивать, потому что уже второй раунд подряд, ну, сейвит девайс как-то не к лицу. Поэтому Аркадион идет агрессивничать у нас. Да, все идут, все, ждут рейса. Сейчас будет врыв. Да, Аркадион под флешкой должен сейчас врываться. Ну, прочекал, что за Эксо он был. Ну, хоть 2D. Ой, как хорошо посчитал, засчитал. Он против Тиксов. Прошил, тупик. Да. Суспом врывается. Ну, он же там убил. Диффуз начинается. Где трабли? Вот он трабли, он жьет всех. Трабли минус 3. На бомбу. Бомба раздиффузили. Да. Какой раунд, да, получился шикарный. Ну, как-то провалились атаксы при сдерживании плента. Ну, вот на самом деле тут забожил Аркадион. Убил жестко первого, ну и прострелил вообще нереально второго. Шикарная игра идет. Просто шикарно. Ну что, 16-16. Сейчас мы вот как раз и узнаем формат, по крайней мере, по количеству раундов. Хотя вот по деньгам мы вроде бы увидели, что уже, наверное, 10 тысяч. Ну и, скорее всего, 3 раунда, если 10. То есть, ну, то есть сейчас очень важно. Так, смотри, на банане Апрок занял СВП. И вот как раз Дифенс играет очень пассивно. Колон без АВП, у защиты играет 5 кольтов, а Апрокс, да, Апрокс сейчас играет с АВП, хотя вот там еще был в чате вопрос, почему там Роман больше с АВП играет, чем Апрокс, а кто его знает? Ну, я же, вот я наблюдал за командой. Потому что, почему же и Старикс играет с АВП, там у команды они там чаще бывают, что, чем Маркелов. Ну да, тут от карты зависит, наверное. Ну вот я видел, на самом деле, наблюдал за командой Alternate, и вот там юзал АВП и товарищ Мануэльс, и товарищ Кекса, и товарищ Роман, ну все по очереди. Ну, вот единственное. Смотрите, вот еще Апрокс просто царит в последних раундах, ну и Колон там тоже отвечает на пятерке, но Б пробита. И 3 в 3 ситуация. По хилсам ситуация лучше гораздо для немцев сейчас там. Ну и понимаешь, Апрокс пытался разводить точку Б, но и в итоге сделал больше минусов, чем вся команда Alternate на базе А. Да. И Калон сейчас не добил. Точнее, у него было слишком мало хп, чтобы убить игрока, который стягивался, хотя... Ну смотри, Израиль точно понимает, где находится плант. Вот будут выбивать они базу Б, но и тут они не прогадали. По хитам, посмотри, 2 и 3, да. Два красных просто. Но... Ну, у Мануэльс зато... А, нет, кольт подобрал Мануэльс. Да, убивает он... Третьего уже в раунде. Все, к Зипиксу нужно врываться просто, показывать мастерство. Давай, нет, боится, сейчас затянет. Его очень грамотно растягивают игроки команды Alternate, просто задергали со всех сторон, и все-таки формат у нас 3 раунда и стартмани 10 тысяч, походу. Да. Вот так вот, друзья. Alternate очень хороший задел сделали сейчас за атаку, им нужно просто забрать 2 раунда в защите из 3, и они поведут. Поведут только в серии в этом финале со счетом 1-0 на самом-то деле. Все только начинается в этом финале, и после этого Слайм прокомментирует Fnatic Лигу, матч за 3-е место, Израиль СК. Тоже фантастическая будет, я думаю, игра по напряжению, хотя Израиль много сил потратили с одной стороны, то с другой стороны они неплохо размялись. Очень много сил, уже было у них 2 матча Best of 3, теперь у них... А нет, они, кстати, сыграли пока только 1 матч Best of 3. Да, они же сразу с полуфинала да, играли. Да, они с полуфинала, они напрямую попадали. Смотри, Alternate занимают втроем банан. Ну и выходит, пытается выйти Аркадион на банан. Нет, не вышел. По-прежнему 3 банана. Здесь очень быстро на апплент побежали. Там Трабли и Капио вдвоем остаются на точке. И на них сейчас просто бежит вся команда. Нет, они идут назад. Они же тоже не знали, что тут такая. Смотри, Мануэль поджимает банан. И на него сейчас будет выпрыгивать колонн. И вот эту инфу 4 банан. Он успел это увидеть 100%. Тут забирает Тикса.
Ну вот вся надежда теперь у команды Alternate на игрока с ником Роман, которого забирают к Apex. Он просто в дым получил. Ну, без шансов тут все получается для команды Израиль. И вот все отлично. Заходят они на поинт, ставят бомбу, ну и теперь попытаются не дать засейвить девайсы игрокам команды Alternate. Ну, сейчас Капио может поймать трейс, как разминулись, посмотрите, ух ты. Тайминг, вот он, КС. Так, Трабли по коврам убегает, дал минус колонн. Капио в это время, посмотри, он сейчас еще по банану пробежит на точку. Ну, это было бы фантастика вообще, если бы... Там есть один на вахте туркиш, но если вот... Нет, нет, не идет Капио, он даже не надеется. Ну, и туркиш возвращается, поэтому уже... Увидел. Туркиш, да, должен был это заметить, ну и теперь... Ну а там Трабли... А, нет, уже все, дал минус 2, его забрал Трейс. Капио сейчас тоже умирает, без девайсов остаются Alternate. Знаете, а тут еще может быть не 2 раунда от Alternate, а тут может быть сейчас 3 раунда от Израиля, и все, и ГГББ на первой карте. Ты кто такой? А ну, давай, до свидания. Хотя вообще, опять, начиная игру 7-0, Израиль должны были давно все закончить. Расслабились. Да нет, вот в том-то и дело, что не расслабились. Тут именно атаксы поднапряглись уже. Тоже хотят они чуть-чуть больше денег выиграть. Архайон вышел, поставил Мануэль. Хедшот. На центре. Кстати, походу пытался отстреливаться ВП, не знаю, какой там девайс валяется. Да, там стопудово ВП стоит. Так, прыгает ХЛТВ, турки ждают минус. И все, колонна на Б минусует, Ксайпикс на коврах видит одного, то есть, ну, еще Аркадион тут, кстати, его сейчас подловит. Да, убивает Аркадион Капио. Ну и знаю, где последний. Там Трейс сейчас доработает. Просто без ума, вот так уверенно. И матчпоинт для Израиля уже. Да, вот так вот у нас все меняется буквально. Ну вот непредсказуемый у нас матч получается. Ну вот это наоборот добавляет только красоты и зрелищности нашему. Я смотрю, наш стим-чат пока что умирает. Видимо, смотрит одновременно и футбол, и Alternate Израиль. Не хватает времени у ребят подписываться в чате, но, по-моему, кстати, уже давно он замолк, поэтому я думаю, там что-то с ним произошло, потому что он заглючил. Давай переключим, да. О, все. Там все повисли просто. Все, вон, я сейчас вижу, что да, только возвращаются люди. Так, да. Ну а вот у Alternate опять такая ситуация. 4 в 4, но по хоусбарам видим 3-15 хитов имеют Мануэль и Трабли. Просто, их просто подразорвали за атаку. Да, вот все-таки собрались Израиль и уверенно берут 3 раунда к ряду. Пока еще не берут, давайте дождемся там. Мало ли что, вон Калаш подобрал Роман, Дигл, есть Кольт у Трабли. Не знаю, что сейчас произойдет. Хотя, я думаю, колонн уже сейчас будет всех решать. Вот он одного заметил. Он даже в такой позиции с ВП даст фраг, вот смотри. Ай, не дал, Роман забрал его, Трейс отвечает. Все, Трейс всех победит. Нет, Трейс. Ну, успел ты начервить только колонну, поэтому все нормально. Команда Израиль берет победу на первой карте. Наконец-то дождались мы вот долгожданной победы. И вот почему-то... А, будет смена сервера. Вторую карту будут играть на немецком сервере теперь, я думаю. Потому что все выходят, а ХЛТВ у нас должно переконнектиться. Я думаю, не на немецком. Походу, это был немецкий. А, да, 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 да. На датском, значит, будет играть. Либо они договорились играть одну карту. Но это вряд ли. Это очень маловероятно. Европейцы такое, о таком не договариваются. Ну что ж,